к одной из громких тем сегодняшнего дня, тем печальных. Коллегия присяжных оправдала сына экс-главы правительства Дагестана Муртазали Меджидова, обвиняемого по одному из резонанснейших дел в убийстве студентки МГИМО. Девушка по имени Тамириса Байсафа, приехавшая из Казахстана, выпала из окна четвертого этажа здания вуза 13 апреля 2018 года. Тогда один из учащихся университета рассказывал, что пострадавшую вытолкнули, а перед этим ей нанесли побои. Муртазали Меджидов был арестован только спустя 2 года после смерти девушки. Еще год над ним шел суд, вплоть до сегодняшнего дня, когда оправдательный вердикт ему вынесла коллегия присяжных. Однако к этой истории есть некоторое количество вопросов, скажем так. У нас в прямом эфире Жанна Ахметова, мать Тамирис Байсафы. Жанна, я приветствую вас. Спасибо, что нашли возможность пообщаться с нами в прямом эфире. Я понимаю, что это сложная тема для разговора. Но, тем не менее, чем вы для себя объясняете подобный вердикт коллегии присяжных? Здравствуйте, Кан. Спасибо, что пригласили. Так, чем объясняю вердикт? Ну, самой спецификой коллегии присяжных, потому что это не... Это другой суд, это другая история, это немножко не про следствие и следственные эксперименты, а про рассказы, какая она была, что она делала. Это история одного человека, потому что другого нет. Как-то так. Но, тем не менее, ведь, насколько я понимаю, у вас, поправьте меня, если я не прав, у вас нет сомнений в том, что произошло с вашей дочкой. Однако у членов коллегии присяжных, у присяжных заседателей, эти сомнения, судя по всему, появились, если они вынесли оправдательный вердикт. То есть в суде не было предоставлено достаточное количество доказательств? Или чем вы это объясняете? Поскольку мы, я думаю, многие наши зрители помнят, что мнение общественного, скажем так, точка зрения, превалирующая в обществе, у общественного мнения, она была довольно, довольно однозначна тогда, 3 года назад, когда все произошло. Тихон, опять вернусь к суду присяжных. После прений, когда каждая из сторон говорит свое последнее слово, на которое меня вообще выгнал судья. Выгнал судья, почему? Почему? Да. Как-то он вообще в последнее время не давал нам ходатайствовать, не давал выносить замечания, давать реплики. В моем последнем слове ему что-то то одно не нравилось, то другое. Я каюсь, я когда выступала сторона защиты, когда было отвратительное вранье, просто отвратительное, я что-то пробубнила. Судья сказал, что надо выйти. Вот. Так. И вот, я остановилась, что раздается вопросный лист, который раздается из стороны защиты, из стороны обвинения, в который мы вправе нести какие-то замечания, изменения. Замечания, изменения не приняли судьей. И вопросный лист состоял из таких фраз. И вот из таких ответов. Доказано ли выпадение Тамирис там такого-то числа, в промежуток такого времени, зданием ГИМО, 4-й этаж, выпадение, то есть уже трактовка странная. Но присяжные ответили «да». Если на первый вопрос утвердительное «да», следующий вопрос – причастен ли к этому Меджидов? Они тоже отвечают «да». И третий вопрос, если на второй утвердительный ответ, есть третий вопрос – виноват ли Меджидов? И они отвечают «нет». То есть странно, ты можешь быть причастен, но не виноват. Вот, странно. Перед этим меркнет все остальное. Если у меня, почему я уверена, следствие вело Главное следственное управление Российской Федерации. Доказана огромная есть доказательная база. Все проведены экспертизы, приглашены эксперты,
сделаны ситуационные какие-то дела. Поэтому обвинительное заключение четкое, ясное и без не позволяет каких-то отступлений. Если бы суд был в классическом варианте под председательством судьи, то Меджидов был бы осужден. А суд присяжных позволяет вот такое плавание, потому что мы не можем из материала дела не говорить никакие следственные дела. И на сейчас я вот слушаю интервью адвокатов, что главное их, оказывается, обвинение строится на переписке между ними, что якобы Томирис слово через слово говорила там, что она хочет с собой покончить. Ну вот как-то вот это главное его обвинение между двоими людьми, и один человек не может ничего сейчас не подтвердить, не отвергнуть, поэтому слушаем одного живого человека. И к присяжным нет никаких претензий. Ребята услышали то, что услышали, и просто та сторона на этот раз была убедительнее, красноречивее, подготовленнее, возможно, как-то так. Ну, вы говорите, что к присяжным нет вопросов, но вы у себя в Инстаграме, например, несколько дней назад писали, что судья Никулинского суда, на ваш взгляд, поддерживает сторону Меджидова, обвиняемого. Это судья. Да, да, удовлетворяет почти 80% их ходатайств, не перебивает их, дает им все сказать. Это я цитирую ваш Инстаграм. То есть вам казалось, что судья был на стороне ваших процессуальных оппонентов, как принято говорить в судебном заседании. Это мое мнение. Да, но я, собственно, ваше мнение не спрашиваю. Да, я так считаю. Скажите, вы в связи с этим ли, с вашим мнением, что судья предвзят, или в связи с чем-то еще, вы, очевидно, будете добиваться пересмотра сегодняшнего решения? Никак не связано с судьей. Просто мое мнение, что мой ребенок этого не сделал, и проведено следствие, которое доказало. Я буду двигаться дальше, да. То есть вы пойдете на обжалование? На апелляцию. У меня последний вопрос, если позволите. Опять же, у вас в Инстаграме я обратил внимание на ваше обращение к Касым-Жомарту Токаеву, президенту Казахстана. И вы пишете, что он в свое время помог перевести дело в Главное следственное управление. Теперь, в связи с сегодняшним решением, вы планируете обращаться вновь к руководству Казахстана, может быть, за какой-то поддержкой, или к руководству России? Нет, я сейчас точно знаю, что сама справлюсь. Этот суд прошел с такими процессуальными нарушениями, что я справлюсь и сама, и буду очень благодарна, если поможет государство. Благодарю вас, Жанна Ахметова. Спасибо. Спасибо вам, мать Томирис Байсафы, студентки МГИМО, которая погибла 3 года назад. Напомню, в ее убийстве обвиняли сына бывшего руководителя правительства Дагестана. И вот коллегия присяжных его оправдала. Но, как мы слышали, мать девушки планирует идти дальше и подавать апелляцию.